раз сегодня, сейчас такой момент, когда вот эта семиструнная старенькая гитара выстрелит по полной программе. Поехали. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую загибельный восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее пони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, блеть. Но что-то пони мне попались привередливые, и дожить не успел, а мне допеть не успел. Я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Клавишные Михаил Розальев. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу. Траву вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Помедленнее, не указчики вам кнут и плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и нажить не успел, а мне допеть. Родион Михайлов. Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий. Да что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее пони, чуть помедленнее. Умоляю вас вскачь, не лететь. Но что такое? Oh.
и звукорежиссер Андрей Доломов.